Ребят, не прошло нескольких минут. Вот, пожалуйста. Друзья, видео смотрите до конца. В процессе будет интересно. Имеется неожиданный поворот сюжета. Погода сегодня классная. Северо-западный ветер. То есть у нас получается подветренная сторона. Ветер будет с вот этой стороны, то есть с тыла получается. Место достаточно комфортное для ловли. Здесь суть вопроса следующая. Здесь идет достаточно резкий береговой свал. Пойдемте сразу покажу вам. Значит, что мы имеем? Вот здесь, прямо рядом с берегом, уже в 2 метрах от берега, начинается резкий свал. И на расстоянии 5 метров от берега глубина ловли уже составляет... Ну вот, глубина вот... Кстати, наверняка на камеру будет хорошо все это добро видно. Друзья, вот идет свал, начинается. И... Друзья, короче, взял у Сани вот этот подхват. Надоела фидерная ловля, она себя пока что здесь не оправдала, то есть ловится мелкая рыба. Сейчас проверю, как будет клевать на удочку. И параллельно возьму вот этот подхват, наловлю мелочи, ну там уклейки стебеля, да, и посмотрим, может быть, хищник клюнет. Такие эксперименты проведем. Сейчас подхват положим в кусочек прикормки. И, собственно говоря, я думаю, реализуем. Ребята, такой себе ход. Ну, живца, я думаю, хватит. Поместим его пока здесь. Друзья, ставлю класс. На самом деле, эту рыбу мы отпустим. Ну, в большинстве своем. Друзья, сейчас мы переоборудуем фидер. Подловлю хищника. Вот так вот. Конечно. Мой щучий флюр. 0,41. Сань, признавайся, а маркерный груз у тебя один? Отдай мне его, пожалуйста. Я тебе верну, если щука не откусит. Да ладно, уже заночковал. Жалко тебе. Ну да. Мне тоже. Начинай морозиться. Мол, потерял. Не поверишь, потерял. Извращение, конечно, в особой форме. Ну что делать, когда есть тяга к экспериментам. Короче, 6-граммовый грузик. Оденем чебураху. И по принципу отводного поводка. И забросим под берег. Через ноздрю. Ребят, ну вот, не прошло и 10 минут, срез. Поклевку, к сожалению, не зафиксировал. Поэтому сейчас буду ставить флюрик. Крючок помощнее. Ой, посмотрим, может что-то клюнет. Друзья, возьмем 0,41 флюр. Леску только что срезала. Ну такое, знаете, извращение, когда рыба не клюет. Точнее, она клюет, но клюет мелко. Оно не совсем интересно. Возьмем вот такой крючок. Не знаю, китайский какой-то. Там пачка покупалась всех сортов за какие-то копейки. Типа за $3. Овнаровский жалко. Что-то карповый. Как-то их у меня немного, по-моему, там 6 штук осталось. Хороших крючков. Оставлю под карпа. До под всяких щук. Возьмем китайский. Зону ловли закормил. То есть мелочь должна подойти. Это буквально вот в 4 метрах от берега. Рассчитываю либо окунь.
может, либо, что, скорее всего, щучка. Думаю, поводочек сантиметров 40 будет достаточно. Ну, такое, знаете, эксперименты, когда уже совсем скучно. То есть, ну, есть понимание того, что рыба крупная не клюнет. Этого монстра. На метров 5 перешел вперед с этого места, где ловил. Ага. Хоть не на сибель не клюет. Я думаю, что мы возьмем сейчас вот такую густерку. Ну, друзья, я думаю, подойдет нам такая рыбка. Так. Сейчас забросим в зону прикормки вот эту рыбу. И подождем чуть-чуть. GoPro, снимай видео. Ребят, не прошло нескольких минут. Вот, пожалуйста. Давай, да не, не надо. Дадим рыбе шанс. Да дадим рыбе шанс. Да дадим. Да дадим. Да не дадим. Да дадим. Ребят, ну что я вам скажу? Сколько, Сань, прошло времени? Минут 7, даже меньше, минут 5. Сань, ты лука. Это балька сразу. Друзья, ловля на фидер щуки. Говно вопрос. Ну, в смысле, легко. Ставлю класс. Ну, килушка. Такая дуристика еще та. Я думаю, она не одна, так что пробую еще. Да, я думаю. Шахту? Да какую шахту? Еле-еле душа в теле. Ну, килушка-то есть. Да есть. Видно, потертая внизу. Дядя. Или покусанная. Какая разница. Друзья, наша рыбалка подходит к концу. Короче, в результате поймали, заберу вот такую вот щучку, ну, где-то около килушка, плюс-минус. Думаю, взвешу, проверю. Всю остальную рыбу, ну, там мелочь попадалась, отпустили. В общем, если понравилось видео, ставьте класс, подписывайтесь на канал. И до новых встреч, друзья. Всего хорошего вам, пока. Не болейте, всем 36,6.